Скоро Пасха, пора покупать все к праздничному столу. На зеленом рынке в столице повышенный ажиотаж. В основном покупают яйца, творог и мясо. Все есть. Уже завтра можно будет расписывать крашенки и печь куличи. Овощи нового урожая, зелень, соленья, товаров на прилавках хватает. Ассортимент самый разный. А вот цены немного подскочили. Редис до 22 рублей, помидоры до 35, огурцы и вовсе до 50. Где самая низкая цена на овощи, там и очередь длиннее. Распродажа, в честь Пасхи. Чтобы все были довольны товаром. Петрушка уже падает в цене. Укроп еще держится в цене. Праздником что чаще всего приобретают? Салат. Салат и руккола, шпинат. Базилик уже спрашивает. Бойкая торговля сейчас и в молочном корпусе. Творог раскупают первым, чуть дольше задерживается сметана. Но в целом прилавки быстро пустеют. На часах 9:30 утра, а у Натальи из товара осталась только брынза. К середине недели цена на нее тоже немного поднялась, в среднем на 5-10 рублей. Брынзочка у нас идет 75, творог идет 70 сейчас и сметана 60, и все. Спрос самый большой на что сейчас? Ну, на творог больше и сметана, потому что будут все делать Пасху. Я беру творог на творожную Пасху. Много печь будет? Ну, 2-3 штуки точно. Топленый творог – это печной творог, цельное молоко, сметана здесь не снята, он томится у печа. Вот, сквашивается ряженкой, вкус ряженки очень вкусный. И творожная Пасха получается вкуснее из такого? Пасха обалденная с него, очень вкусная, да. Много заказов на этот творог, он пользуется популярностью. Какая цена на него? 70 рублей. Без перемен цены на главный символ праздника – яйца. 20-21 рубль за десяток. Сейчас покупатели отдают предпочтение белой скорлупе. Так крашенки получаются наиболее яркими. На рынке в столице уже появилась и пасхальная выпечка, куличи, кексы и рулеты. Все от Тираспольского хлебокомбината. Чуть позже продукцию представят и мини-пекарни. Вот куличик один купила. Еще тортик спеку у дома. Маленькие ходовые по 10-50, по 20. В коробках праздничные. Итальянская, это у нас новая получается по итальянской технологии. И фруктовые, и рулеты. Цены в этом году остались, в принципе, на том же уровне. Те же самые. На этой неделе вырос спрос и на мясо. К Пасхе стараются приготовить котлеты, биточки и холодец. Телятинка 115 килограмм. Какое мясо сейчас чаще всего покупают? Чаще всего мететеечки. Шейка идет прежде всего. Она стоит чуть-чуть дешевле, но намного мягче. Берут с удовольствием с молодого мяса. Всегда очень вкусно получается. Прекрасно. Цены те же, ничего не подорожало у нас. 80 и 85 чистые. Котлеты, я этого кролика запеку. Холодец обязательно, голубцы. Я крашенки обязательно. По ценам как? Нормально. И мясо, и творог, и зелень, и яблоки, и картошку. Все, что необходимо. Все взяли, отдыхаю. Сейчас дети еще побежали. За всем остальным, по мелочам. Еще чесночок надо, лучок надо и так далее и тому подобное. Готовые, короче, к Пасхе. В пасхальные праздники 24 и 25 апреля, это воскресенье и понедельник, на рынке выходные. Во вторник вернутся к привычному графику работы.